Всем привет! У нас сегодня 26 декабря. Вот наш приблудный кот, которого я кормлю. Вот, надо сейчас покормить его. Мамка, наверное, замерзла. Наш пиратик. И куча снега. У нас вот так вьюжит. Вот метель на улице. Я раздета, но я чуть-чуть вот как метет. Вот. И мне надо чистить снег, а иначе я туда не пройду. Мне сейчас кормить мою скотину. Вот. В общем, да, пиратик? Сейчас оденусь и буду чистить. Котяра наелся. Фу, ушел. Вот нету его. Я ему корм давала. Вот, съел. Ну вот я здесь почистила немножко, пока мне кроликов накормить. Вот до бани почистила. Вот столько у нас снега намело. Вот. Немножко. А там пока не почистила. В прошлом году в декабре столько снега не было. В январе начал падать. А в этом году вот заснежило. Вот до сюда пока почистила. Вот. А там, не знаю, если после обеда, может быть. Сейчас накормлю всех. Вот столько снега. Здесь вот почистила. Я не вчера, я позавчера чистила. Вот, а ночью мело хорошо. Вот так снежок вот падает. Вот и падает снежок. Вот. Вот столько вот нападало. Вот так вот я почистила. Сейчас буду кормить кроликов. Вот. Вот здесь расчистила. И здесь расчистила. Я прибила своим козюлькам вот такой плед старый. В общем, когда сильно холодно, чтобы они гуляли, я вот так вот им вешаю. Они туда-сюда ходят. Я вот немножко здесь расчистила, чтобы они немножко гуляли. Вот сейчас вышли погулять. Я открыла им дверь. Сейчас 4 часа вечера. И вот здесь вот утром, где я чистила, уже вот замело немножко. А сейчас я, в общем, всех покормила. И решила почистить здесь, потому что когда идут с работы мои дети, все ботинки, вся обувь в снегу, вот по таким сугробам лазить. Вот. И в общем, вот так я решила расчистить. Мне осталось только с той стороны. У нас там тоже есть дверь. Вот так вот я все расчистила. Мои собачки бегаются. Вот так он просится всегда на улицу. Очень любит гулять. Прям медом не корми. И чуть как выходишь, он старается между ног пробежать. Ну, я выходить не буду, потому что он сейчас у меня убежит. А вот и здесь я вот расчистила на улице до дороги. Вот. Ну, в общем, вот так вот я немножко потрудилась. Ну, ладно, всем пока-пока.